Всем здрасте, это снова мы, Аня и Зина. Сегодня мы на обед решили поделиться вот таким с вами блюдом, которое берем впервые в Магните. Вот, это у нас вот на обед вот картофель с курицей в сливочном соусе, 250 грамм. Цену не помню. Берем мы его впервые, сейчас попробуем и расскажем вам о вкусе. Вот. Он идет в пленке, разогревается в микроволновке. Вот поверх пленки вот так картонка идет. По запаху, кстати, аппетитно звучит. Сейчас попробуем, поделимся вкусом. Очень даже неплохо. Курочка здесь тоже видна. Ее не так уж и мало. Морковка. Вот сливочный соус. Иногда, когда бывает нам лень готовить, мы берем вот так вот что-то готовенькое. В принципе, достойный продукт для готовой магазина еды, очень даже вкусный. Можно брать, пробовать. Стоит 113 рублей, вот в чеке посмотрели. Еще также мы берем не в первый раз, уже пробовали голубцы. Сейчас покажем. Вот, вкусно как дома, тульский дворик. Голубцы ленивые в томатном соусе, сними картонку. Вот, в тарелочке идет два голубца, на дне соус. Очень даже вкусный и приятный. По срокам годности все хорошо. Мы берем эти голубцы уже не впервой, уже несколько раз брали. И на работу брали вот так, когда было лень готовить обед в выходные. Ну, до выходных точнее, в конце недели, чтобы сразу на неделю приготовить на новую. Брали вот так вот на обед. Очень даже достойный продукт. Так что советуем хотя бы попробовать. Спасибо, что досмотрели видео до конца. До следующих видео.